Идти вот в этот поток, прочувствовать эту музыку. Мне кажется, она не просто ее чувствует, она в ней живет. Это правда. Прекрасная плоскость броска. Это крайне сложно бросить именно таким образом обруч, чтобы пошла хорошая плоскость. Еще поймать его, конечно, за спиной. Это просто фантазия, двумя руками. До конца, Лала. Держать. Молодец. Хорошо.